Туву прибыли два наблюдателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ. Миссия занимается оценкой соответствия выборов президента России обязательствам ОБСЕ и другим международным стандартам и требованиям к демократическим выборам, а также местному законодательству. Накануне Борнхерт Рут Петра и Хаймс Роберт Стивен встретились с председателем избирательной комиссии Тувы Олегом Фортуной, после чего наблюдатели ответили на вопросы представителей двух телеканалов Тувы. Телекомпании «Новый век» и ГТРК ТВ. We arrived in Russia on February. Мы прибыли на территорию России 11 февраля. Штаб-квартира по наблюдению от ОБСЕ находится в Москве. Что касается нашей группы, то мы географически находимся в Красноярске преимущественно, куда прибыли 14 февраля. И 23 марта мы покинем территорию России. Сейчас на территории Российской Федерации находится 60 долгосрочных наблюдателей, которые прибыли на территорию России 5 недель, точнее, пробудут здесь на территории России 5 недель, включая несколько дней после дня выборов. Обычно мы работаем в парах, мужчина-женщина, и представители, наблюдатели не должны быть из одной страны, это запрещено. Соответственно, эти долгосрочные наблюдатели отвечают за 30 территорий, которые закреплены за теми или иными городами. Например, Владивосток, Самара, Липецк и вот по территориальному делению Российской Федерации. Остальные 450 краткосрочных наблюдателей приедут в Россию за 2-3 дня до дня выборов и уедут с территории России на следующий день после дня выборов. Но также, соответственно, они будут находиться в этих 30 областях, в краях по территориальному делению России.